Редакция газеты «Горловка сегодня» поздравляет горловчан с Днем города и годовщиной освобождения Горловки от немецко-фашистских захватчиков. Самоотверженный героизм воинов Красной Армии 73 года назад освободил нашу родную землю от вражеских войск. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной. Вечная память тем, кто не вернулся домой. Почет и уважение тем, кто трудился в тылу и затем восстанавливал город из руин. Спасибо вам, дорогие ветераны, за победу. В наших жилах течет ваша кровь, и сегодня мы также боремся против врага за наш родной город. Сегодня все еще не утихает канонада артиллерийских орудий, приносящих в город все новые и новые разрушения. Но мы верим, что в наших силах пройти через эти испытания победителями и защитить родные дома, родную Горловку. С праздниками вас, дорогие горловчане! Пусть на нашей земле царит мир, благополучие и звонкий детский смех. А слезы на глазах бывают только от радости и счастья. С Днем города, дорогие горловчане!